Мы приехали в зоопарк Хаукео. Стоимость экскурсии 550 бат на человека. Еще купили за 50 бат покормить разных животных. Можно за 50, либо за 100 купить. Ну, большой пакет. Вот такой пакет стоит 50 бат, девушка несет. Большой никто не купил. Что у нас тут интересно вокруг есть? Так, вокруг пока никого нету. Детский сад вокруг пока только. О, какую траву продают. 20 бат стоит. Озеро. О, олень какой-то носится, смотрите. Можно гладить, фотографироваться. Они добрые, не пытаются. Здесь живут девочки олени. Мальчики олени попадут попозже к мальчику, потому что они врага. Они могут иногда приходить на жесткое. А вот здесь вот с девочками можно фотографироваться. А кататься на оленях тоже можно? Накататься на оленях в зоопарке Хаукео нет, не получится. Жалко. О, мы нашли оленя, который любит морковку. И не только морковку. Какую-то еще траву. О, какой красивый. Привет, олень. О, так, а я попаду в кадр с оленем или нет? Смотрите, о, привет, друг. О, пусик, ну возьми опять морковку и корми. О, нифига себе сажал морковку. Хоть помедленнее ешь-то, а то это, я видео это не наснимаю. А еще фото сделать надо, Свет. Давай, доставай, фотик будем фоткаться. А то что, зря мы его кормили, что ли, получается? Вот это мальчик с рогами. Вот тут он еще. Привет, Сахатый. Улыбочка тебя скрывает скрытая камера. О, что-то им там шлепнули. Банан, короче, кинули. Олени. Смотрим на меня. Где улыбка? А мне передом, прессу задом, а вы ставите наоборот. Все сделали. Хорошенькие. И такие, они могут и покусать, и поцарапать. Так вот, старайтесь, чтобы он банан. Нифига себе, их кормишь, они еще и кусаются. Привет, мартышки. Мартышки попрошайки. Атаман какой-то. Мартышка попрошайка. О, лапу протащил, смотрите. Вась. Еще и пищит, давай. Вытащи сюда хвост. Давай, Свет, меня засни. О, банан. Протащил, однако. О, и глянь, и уронил. Че, опять уронил? А, не понятно. Таких обезьянок можно встретить только в Юго-Восточной Азии. Поэтому для нас они тоже экзотические животные. Но это не единственный момент. Немейки контантел как-то, что ли, называется. Короче, вот название. Это мартышка гусар называется. Агрессивный какой. Ну-ка, да не дам. Не заслужил. Здесь вот он есть вождь племени, которому все Макак сидит. Еще. Там,
Забрался, фиг найдешь. О, показал лицо свое. Это медвежий макак был сейчас. Свинохвостый макак. Куда он спрятался-то? Давай сюда ползи, а чё? Зря сюда шел, что ли? О. Смотрит на туристов, а мы на нее. И на него. Внизу еще, смотрите, сидит. Вот оно. Кружку готовится, по ходу дела. Сейчас как на кого-нибудь набросится. Кому-то будет капут. Белорукий гиббон. Они тут прыгают еще. Смотри, вон поставьте их. Вон там, видите, как они прыгают, смотрите. Дыш, 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 дыш. Бац, 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 бац. О, блин, тут даже... Даже фотографии не успеете. Они так быстро прыгают. Ну, пойдемте тогда с вами поближе. Оп, оп. О, нифига себе носится. Ты только ее не сбей, а то она сейчас собьешь, она упадет. И... Что-то они морковку не хотят. Зрались, однако. И вот часто создают семью на всю жизнь. Вот такие вот очень бедные. Белощеки, кибон. Как лебеди. О, смотрите, видите, нежится мальчик и девочка. Вот это только, как, собственно, тот ров, да, который... Массаж тайский вот делает. Ров, который они, в принципе, не могут преодолеть. Здесь очень много рыбок, и иногда можно вот черепашки. Ну, можно. Тут еще рыбу покормить можно. Вот, смотрите. Обезьянка вышла попозировать. А там еще один валяется, смотрите. По идее, они могут с ветки на ветку перепрыгнуть. О, друг пришел нам попозировать. Будешь морковку? Там банан нашел. Они, конечно, очень интересно попозировали. Что ли? Все. Раскапустился. Ой, прикольно. А вон там дома? Ну, блин, залез за своей шапкой. Слушай, попадай, да, в руки, да? Это в там. Дай мне морковку. Банан на лету поймал, сейчас был, не успел заснять. Давай мы тебя скидываем на телефон. Давай на видео. Обезьянка, кушать. Приятного тебе аппетита. Название этой обезьяны. А что, ее кормить нельзя, да? Красная панда. Ой, такая хорошая, да? Иди сюда. Ой. Аж прям хочется пушистика погладить, да, Свет? Пушистика, да, мой бы. Давай, выделай веку в нее. Пушистик. Блин, через стекло снимать неудобно его, конечно. Красные панды на передних лапках 6 пальцев. Вот она, вот она, вот она. Они бегут, 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 бегут. Ну, эти... О, какие олени. Которые, вот они уже к нам приходят. Вот они уже едят чего-то. Ой. Я одни задницы только вижу. А где перед? А вот перед. Кто перед не видел, смотрите. Через как, правда. Во-во-во. Кто перетянет? Давайте, давайте. Тянем трос. Ставим ставки, господа. Кто кого перетянет. О, третий появился. Трехголовый дракон. Я малышу. О, мартышки прилетели. Хавай быстрее.
Аисты, смотрите. Сейчас приближу, если не улетит еще. Нет, серьезно. Тихо, свет. Я вот одного снимаю, вот он есть один. А вон сколько много на гнезд, да? А вот смотрите, гнезда еще есть. Сейчас кого-нибудь приблизим. Вот, давай вот этих парочку приблизим. Опа-на, попались. Махайте там крыльями, что ли. Сидят, блин, там. Не позируют нифига. О, смотрите, я застал его. Как он ходит, прикольно, глядите. Тыц, 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 тыц. Тыц, тыц. Пингвинчик. О, молодец. Как он позирует для меня. О, смотрите, как он гребет. Моторная лодка поплыла. О, оба-на. О, как он позирует. Молодец. Давай, давай. Домашний кот. Сколько голодных, посмотрите. Какие они голодные. Так, сморкаться не надо, плеваться не надо. Привет, козлики. О, сейчас это будет козликов кормить, смотрите. Кстати, с ними можно сфоткать, Света, они вроде это, доброжелательные. Что тебе не нравится? Козлики как козлики. Так, почему не блеете? Мы вас кормим, а вы молчите. Давай я тебе скажу. Так, не кашлять. Будьте здоровы. Ага. Мы черепаху нашли. Смотрите, как она кушает. Почему она шпороносная, непонятно. Это ее так зовут? Вот, Никита. Смотрите, какая огромная черепаха здесь есть. О, нифига себе, есть черепах. Какой огромный. А вот еще, Никита, вот. Черепах, привет. Посмотри на меня. Панцирь пробитый, да? Да. Бедная, да? Тот стрелял по черепашке. Привет, друг. Пару слов о вашей жизни. О, вид сзади, кто не видел. Ну, там вообще пипец сколько. Их даже кормить не надо, туристы накормят. Дикобразые. Ну, что-то там нифига не видно. Они как-то там сидят неправильно. О, поворачивайся, давай, давай. Вон один выполз там, смотрите. Опа, попался. Он о чем-то думает, даже не шевелится. Ой, пипец, он такой, реально, вежливый. О, что-то жрет. А, кукуруза. Павлин. Павлин. Павлин, павлин. Вот он, павлин. Ого, какой длинный, блин, так, надо смотри. Так только снимать. Вот именно, павлина. И павлин. А где малышка? А вот и бегемот. Бегемота кормят. Видишь, маленький малыш вон там сидит, под мостом, видишь? А, под мостом вижу. Да я понял, понял. Ого, смотрите, бац. Что-то мимо попадает. Такой рот огромный и все по это. Бац. Бегемот есть хочет, а народ, блин, попадает все мимо, блин, куда-то. Косые какие-то все. Вот он, приходится ему самому подбирать. Смотри, там бегемотик еще маленький есть. Видите, вон там. Но его плохо видно. Мы лучше большого снимем, он лучше виден. Давай. Открой ротик, сейчас Света тебе морковку закинет. Видишь, вот так, сейчас он рот откроет.
открывает. Так, давай, открывай рот, сейчас будем морковку кидать. О, Пусик, открыл рот, давай, кидай. Ну, Света, промазала ты, блин. Промазала. О, десяточку. Смотрите, балдеющий бегемот. Шея устала. А, это массаж шеи у него такая. Не, прикольно он, конечно, выглядит, вообще пипец. А это что, у него язык, что ли, справа или нет? Нет, это был часть губы. Часть губы, нифига себе губа у него. О. Там же никто тебя не видит. Нифига себе зубы. Вот это да. Смотрите, сейчас будет ему туда корм кидать, прямо в рот. Оба попали. Бац, бац. Не, ну зубы у него, конечно, я не знаю, как будто ему там это... Кустарник у него там, а не зубы, такое впечатление. А вот еще бегемот, смотрите. Ого, ничего себе пасть. Это, о, попали. О, Света попала, но почему-то выскочила кукуруза. Пойдем сюда. Карликовые бегемоты. О, карликовые бегемоты. Ну, зубы у них ого-го. Если укусит, мало не будет. О, попали. Вечно голодные бегемоты. О. Заглотило. Смотрите, 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 как он тянется. Оп-оп-оп-оп-оп. О, как он любит банану. Жираф любит банан. Какой ты высокий, ты пипец просто. О, ветки едят. А там еще страус, кстати, гуляет подальше. Давайте-ка мы страусов снимем. Смотрите, страус танцует. Так, тык-тык-тык, тык-тык-тык. Мы, надеюсь, страус пойдем смотреть. Так, вот еще. Алло, как он тянет язычок. Оп-оп-оп. О. Вот. О. Ну никак. О, заглотил. Антилопы гну. И страус. Еще дальше. Сейчас приблизим. Точно приблизим. Что-то там выискивает у себя. Можно льва покормить за 20 бат? 20 бат. 20 бат. Левушка развернулся, смотрите. Да, маленькая клетка здесь. А вот и зебры. О, сладкая парочка твикс. Видите, вдвоем бегают. Смотри, морковка. Морковка, иди за мной. Вот как они к нам близко подошли, какие они красивые.
Как это вы его звали? Можешь меня сфоткать, Света, с ними? Не забыла. Как звали с Малагрушава? Света. Носороги. Сено едят. Носороги, улыбочка. Сейчас я вас щелкну с фоторужья. Такие они большие. О, Света кормит носорога. Смотрите, как он ест. Что-то как-то он интересно ест, блин, какая-то. Такое ощущение, что он трубу ест, а не это. Нет, он ест. Ест. Носорог, рок, рок. Все, травы нету, носорог смылся. О, вот здесь лучше видно, как носорог ест. Здесь он не трубу облизывает, по крайней мере. На смотри, рог поставил, смотри. Мне не нравится. Носорог, открой рот. Мы снимем твои красивые зубы и твою красивую голливудскую улыбку. Носорог, рог, плывет. Ну, блин. О, давай, давай, давай. О, показал красивые голливудские зубы. Не может, поэтому я не очень люблю их. О, говорят, они даже камни глотают. Прикинь, смотрите. Тюкнуть они могут. Сейчас он чпок морковку. Сейчас он... Мне еще нужна. Ну ладно, забирай. Видите, как он, смотрите, как у него... Слопал быстро. Ага, так прикольно, кукуруза проходит. Видели, по шее прошла кукуруза. Смотрите, сейчас, бац, блин, банан уронил. Хитрый какой, кукурузу только любит, ай-яй-яй. Известный факт, что мозг у страуса намного меньше, чем его глаз. Это очень глупые птички. Это самая большая птица в мире, но она не умеет летать, зато отлично бегает. Страусь. Ух ты, самые большие. О, страус сзади, сбоку, спереди. О, что-то он там у него выковыривает. Смотрите, бац, о, ну нашел место, куда залезть. Привет, страус. Фламинго, розовый фламинго. Они ходят очень близко и даже нас не боятся. О, чешется. Что он там чешется? Где-то блоку подцепил, видите? Почесался, почесался. Давай. Смотрите, я с фламинго прямо рядом, видите, вот он. Ну-ка, га-га сделай, давай. Как ты там делаешь? Ну что он молчит-то, блин, только что крякал. Женя! Ну давай, свой позывной, кака. Ну, блин, молчит, как, я не знаю. О, это другой озвучил, правда, ну ладно. Иди, стой, чтобы сзади. Можно я с ним что-то фиксирую? Видите, они нас вообще не боятся, вот они ходят прямо. С лесом совсем. Быстрее. Алеша, ты где? Так, что-то он там опять начал чесаться. Нет, он чешется. Я вижу. О! Эй, ты. Эй, лапы тоненькие, у него вообще пипец. Так что приезжайте сюда фоткаться с фламинго. Они дружелюбные, ничего не боятся. Вам не повезло, он чешется. ครับ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 คร
А вот и слоники. Уже не в воде. Слоны качаются. Кормим слонов тут, здесь. О, смотри, Света кормит слоника, видите, бац. Банан съел, прямо как муху проглотил. Смотри, как слоны любят. Ням-ням. О, Светка еще морковку притащила, смотрите. Блин, девочка загородила. Привет, слоник! Какой ты большой! О, Света банан притащила, смотрите. Сейчас слоник у нее свистнет банану. Слоник, покажи, как ты банан любишь. Прясь и нету банана. О, муравьеда нашли. Ай-яй-яй, куда ты побежал, муравьедище? Блин, смылся гад. Не дал видео снять. Супер, супер, супер. Дикобраз. Дикобразик. Пришел на нас поглядеть. Вон муравьи. Вот сюда надо было муравьеда посадить. Вон муравьи. Так и не удалось заснять его? Я его и не снимаю. Смылся гад. Обычно все сражаются. Для человека он не опасен. Пойдемте мы сюда. Ну там крокодил есть вдалеке. Такие бывают. Ну практически не двигаются всегда. А вот и крокодил. Крокодил гел-гел плывет. А это рыба. Большая рыба. Вон там, смотрите, болтыхается. Куда полетели, побежали куда-то. Отличные парчики. Красивый вид на зоопарк. Да, вот здесь все горы, камни. Потом подаешь. Небо, море, пальмы, давай. Небо, море, пальмы. Небо, пальмы. Давай. Там что-то зырют. А. Хотел чего здесь снять. Раз, один, Жень, садись, Женя! Женя! Тот самый крокодил, который внизу был. А он рыбу, смотри, тут спасался. Черепаха вон плавает. О, выдры. Пойдемте дальше, там она идет.
Вот 56-я, пойдемте по низу, пройдемся, там интересно. Еноты. Еноты. Вот здесь вот немецкий пинкарь. Это не еноты. А кто это? Еноты вон там. Еноты там. Здесь лемуры, здесь еноты, здесь немецкий пинкарь. Здесь коалы. Коалы. 16-17 часов спят. О, что-то кушает. Ням-ням. Мне жалко, что стекло отсвечивает. Это лемуры. Вот эти вот твари. Завали, а есть еще другие. Есть такие большие горшки. Как они листики любят. Смотрите, какие лапуси. Они такие классные. Они как... Это ж поросятки. Владимир сейчас спал, как класс. Поднёшь, мама, ты можешь его уменьшить? Нет. Кто это? А как их зовут, Свет? Тапиры. Тапиры? Будешь мне это? Ну, давай, сниму, я уже снимаю. Нет. Усик, улыбочка. Больше нету пары? Я просто ехать не буду, я взял пару. А, тебе? Не буду, все, ладно. Еще сфоткай, Свет, меня с ними. А, у меня больше нет, у меня только одна. Нет, я имел в виду это. Хороший такой. На фотоаппарат просто сфоткать, какая Хрюшка. С ними рядом. Ой, зубки такие у тебя. О, какой ротик. На, подожди. Смотрите, смотрите. А, уже проглотил. Подожди, подожди ее. Держи двумя палочками, давай достанем. Все, мы расковыряли. Знаешь, как надо банан? Да. Давай, Илюша, мужика. Погладить можно? Они сейчас так просто еще 40 бат. За 40 бат можно сфоткаться с ним. Давай быстрее. Раз, Вань. Да. Все? Идем. Все. Шерсть у нее, кстати, хорошая, только что погладил. Смотри, лицо красивое. Мордашечка такая. Смотрите на меня. Вообще класс. Жуй-жуй, глотай. А это план карты, где мы ходим. Кому понравился мой увлекательный обзор зоопарк Хаукио, ставим лайк, пишем комментарии, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Нажимайте колокольчик, находится где кнопка подписаться. А в следующей серии вы увидите продолжение зоопарк Хаукио. Будет выступление птиц, животных очень интересно, увлекательно. Не пропустите следующую новую серию. Всем до новых встреч!